Шагининский район, да, действительно, там будет отключение для устранения небольшой утечки в рамках подготовки к отопительному сезону. Планировали раньше отключиться, но когда пробовали отключить участок, попутно у нас там народилось еще неисправность арматуры. Поэтому будем менять арматуру и устраним утечку в течение одного дня. На большой объем придется останавливать южную котельную, весь Шахтинский район станет на сутки. Делаем сегодня в ночь остановку котельной, сливаем воду, чтобы завтра с утра люди вышли, приступили к работе, в течение дня закончить и включить дальше весь район по нормальной схеме.